Этот мир прекрасен, даже если он угасает. Я чувствую себя его частью. Почему? Пессии Кинави. Суминвайн Дзиндес. Считай, тебе повезло оказаться с нами. Мы знаем друг друга из прошлой жизни, поэтому мы избегаем чужаков. Там, где я выросла, не принято что-то чувствовать. Скоро явится дитя пророчества. Ты должна будешь доставить его. От этого зависит будущее нашего мира.